Интернет. Доброе утро, воскресенье. Сейчас без 15 час. Как вы можете видеть, я только проснулась. И сейчас мы с тёлками пойдем устраивать женсовет, обсуждать мужиков последние поездки и планы на 8. Так, как говорил Дэвид Блейн, это магия. Вот теперь вот это нечто можно смело вывести в люди, и даже стыдно не будет. Так, сегодня погода вообще не похожа на дублинскую погоду. Почему-то солнечно, вот. Несмотря на то, что середина сентября, как раз ровно середина, и я немножко подыхаю от количества дел, которые мне нужно сделать. Вот это домик, кстати, мой, в котором я живу, но мы скоро переезжаем, поэтому... Ну, сейчас буду проходить мимо второго дома, когда мы переезжаем, потому что в целом мы переезжаем в квартал. На расстояние в квартал отсюда. И почему? Потому что нам сейчас снова бы повысили арендную плату, и это получилось бы овер дохуя. А на новом месте тебе еще целый год не будут повышать арендную плату, и вроде бы это прикольный даже домик, вот. А это были целые драмы со слезами, пока мы выбирали, куда переехать. Но вроде бы все нормально. Ну как нормально? Деньги заплатили, наверное, должно быть нормально. Также у меня сейчас нет паспорта, потому что очень долго занимает восстановить вид на жительство. Это нужно делать каждый год, и в прошлом году это заняло месяц. В этом году я не знаю, потому что на сайте они сейчас рассматривают заявление, поданное 28 июля. А я подала 28 августа, поэтому месяца полтора еще мне здесь сидеть. Не, ну я не против, потому что пары скоро начнутся. Но университет, кстати, он сломался, потому что он выставил мне счет на 0 евро. И я с радостью оплатила счет в 0 евро. И я все еще жду, пока до них дойдет, что они что-то сделали не так. Конечно, лучше бы до них не дошло, но мы живем не в таком мире. Еще. Продолжая тему денег, я уже несколько раз сказала деньги, деньги, деньги. А я люблю деньги, короче, ребят, если вы не знали, у меня каждый день, когда день зарплаты, вы могли видеть в предыдущем видео, я такая, ура, просто день зарплаты. Не знаю, почему так получилось. Вот в университете, когда у меня не было денег, я не любила деньги. А вот сейчас я прям поняла, что деньги просто это мое все, и я типа с Beatles не очень соглашусь, потому что я считаю, что любовь за деньги тоже можно купить. Ну, по крайней мере, мою любовь, если кто-то заинтересован, вот, и что-то я хотела. А, я смотрела, типа, зарплаты в целом по рынку с моим опытом работы и в других компаниях, поэтому такая задумалась, что нужно их, наверное, кому-то показать, потому что хотелось бы получать еще больше денег за свою работу. А на самом деле это, не знаю, насколько это инсайдерская информация или нет, но в целом, типа, по рынку больше платят Facebook, чем Google. Это, мне кажется, что эту информацию можно найти в открытом интернете. Поэтому наслаждайтесь. Сейчас я вам расскажу просто секретную схему повышения квалификации, зарплаты и карьерного роста, которая применяется у нас здесь в Дублине. Итак, допустим, какой-нибудь там Вася Пупкин или Хорхе из Испании, какой-то Микаэль из Германии, неважно. В общем, они приезжают сюда как выпускники универов, может быть, у них есть год-два опыта работы, это неважно. В общем, начинают они в какой-нибудь IT-компании на самой... не на должности стажера, но на должности в каком-нибудь там колл-центре, например, в поддержке, то есть... Сразу как бы никто звезд с неба здесь не хватает, но зато если ты через 2 года перейдешь в другую компанию, тебе, скорее всего, там сразу предложат больше. И, скажем так, это ускорит твой карьерный рост, потому что повышение в твоей материнской компании, так сказать, можно ждать долго и долго. А самые просто матерые люди, которые заморочились, в частности, один мой знакомый, он уже, у него 3-я IT-компания, он все еще не получил ирландский паспорт. То есть это меньше, чем за 5 лет. Он сменил 3 топовых мировых IT-компаний.
Вот. И есть некоторые люди, которые так делают. Я пока так не делала, но вот прям жаба начинает давить. Рекламная пауза, сидели в кафе, разговаривали про мужчин, конечно же, и я произнесла такую фразу: «Я была рождена, чтобы тратить деньги». Вот, и, по-моему, это просто следовало записать. Ну, собственно, я и записываю. Сейчас пытаемся попасть в руфтоп-бар. Нас не пустили наверх, и поэтому мы сидим в отеле для бедных на траве. Так, мы тут чуть-чуть выпили, и эти женщины из Сингапура, там был мой отец, но ее семья из Йемена. Я писала про Йемен работу, когда мне было 18 лет, и я говорю: «Кстати, из какого Йемена твоя семья, коммунистического или демократичного?» Она такая: «Что? Когда ты существовала два Йемена?» Это женщина из Японии, тут вообще просто без комментариев, я обожаю Японию. Это венгерка, у нас много общего. Интернет. Мы тут снимаем все-таки правдивый день из моей жизни. В общем, из всей этой вакханалии я вернулась в 7:30 вечера, хотя она началась в 1:00 дня. И из-за нее я отменила спортзал, планировала сегодня сходить в спортзал и поснимать вам в спортзале. В общем, где-то с 7:30 до 10:30 я спала, естественно. И сейчас я планирую... Сколько сейчас? 11:00 вечера. Ну, может, кстати, книжку почитаю, потому что сериал я досмотрела. Ничего полезного сегодня явно делать не буду. И, наверное, поужинаю. Вот. Ну, вот так приятно прошел день. Это... портрет туалетной бумаги, который я написала в карантин. Он случайно оказался на фоне. Хотела рассказать, что у девчонок просто тоже нет паспортов, и поэтому как-то мы оказались в Дублине, и волей случая ирландских просто миграционных служб нас свела судьба. Вот, и теперь мы здесь в заложниках просто вместе. Значит, далее я вам покажу, как я пробиваю дно. Вот. Очень просто на самом деле. Это ready-made, просто готовый ужин. И если я покупаю такое, это означает, что либо я устала, либо я пьяна. Угадайте, что было сегодня. На них я подсела где-то, когда ходила в арт-колледж. Мне нужно было очень быстро поесть с наименьшими затратами времени, так скажем. И что-то как бы вот тут за 3 минуты его можно разогреть. Если честно, мне очень стыдно это есть. Еще более стыдно кому-то это показывать. Или когда ты с друзьями заходишь в супермаркет, и они видят то, что ты это покупаешь. Но ладно, пускай весь мир знает, что я ем фетучини а-ля... Почему бы, скажите мне, это не карбонара, это с грибами. В общем, вот так это читается. Выглядит это тоже достаточно мерзко. Вот, его нужно раскрыть и
перевернуть, положить на тарелку и разогревать 3 минуты. Просто, мама, прости. Выглядит очень как что-то жирное. Ладно, мне 2 руки надо, чтобы это сделать. А, нет. Вы видите, как мерзко это выглядит? Просто жесть, короче. Мне все больше стыдно с каждой секунды этого видео, но я не могу остановиться. Ну, так, зная меня достаточно хорошо, вы могли предположить, что в воскресенье я также буду смотреть Торонто ТВ. Вообще, Торонто ТВ — это самый смешной, по-моему, способ объективно посмотреть на то, что происходит в Украине, но достаточно такого либерального толка и адекватно, скажем так, их сюжеты адекватно подкреплены фактами. Поэтому, если вы не подписаны на них, то подпишитесь. Это не реклама, просто мне нравится их смотреть, потому что, во-первых, это смешно, во-вторых, это адекватно как-то. И, в общем, ужасная вещь, просто моим адекватным знакомым тоже они нравятся. Которые не разогревают доширак для того, чтобы поужинать. Адекватным знакомым, я сказала. Итак, прошло сколько? 2.5 часа? Нет, в смысле сейчас, 2:30 ночи. Блядь. Сейчас 2:30 ночи. Я просто смотрела в YouTube очень долго, и поэтому... У меня 2.5 часа ночи, а не 2:30. Ну, то есть... Да, пора ложиться спать скоро. Я очень поздно обычно ложусь. Так, сейчас 3.5 часа ночи, и вообще я пока пошла в душ, меня, естественно, поразила там гениальная мысль, и я вспомнила отрывок из вчерашнего, сегодняшнего диалога с девчонками про Сингапур. Ну, как вы могли видеть, одна барышня была из Сингапура, и мы затронули тему наркотиков, и эта тема, ну, типа... Наркотики употребляют очень активно в работники финансовой сферы, инвестиционного, банкинга, консалтинга, аудит, я не знаю, про аудит я не слышала, наверное, тоже. Ну, в общем, в сфере финансов часто употребляют наркотики. И слово за слово, ну, в IT, на самом деле, тоже употребляют наркотики, но в IT, не знаю, мне кажется, больше травку курят, хотя кокаин тоже нюхают, но в Ирландии тебя хотя бы за это просто там могут посадить, хотя вряд ли посадят, потому что, в принципе, здесь более-менее как бы расслаблено все, а вот в Сингапуре тебя за там кокаин всякий, тебя просто убить могут. Я говорю, что, типа, ребят, вот если бы у меня какой-то вот... Если бы я случайно узнала, живя в Сингапуре, что кто-то из моих знакомых употребляет наркотики, я бы такая, типа, да он ебанутый, и вообще бы больше с ним не общалась. Но как вообще можно употреблять наркотики, если тебя за это могут, типа, расстрелять нахуй? Я просто вот не понимаю, почему в Сингапуре люди, рискуя жизнью, употребляют наркотики. Но это, в общем, причина, по которой мне не спится в 3:30 утра. Я сейчас буду гуглить статистику наркомании в Сингапуре, может быть, смотреть про этот документалки. Меня не покидает этот вопрос, насколько вообще много ебанутых людей. Кстати, внезапно, это очень интересная тема, тема смертной казни за наркотики, потому что, ну, видимо, сингапурские власти решили, что если мы будем расстреливать людей, которые употребляют, то употреблять станет меньше людей. Вопрос, типа, сработало ли это и гуманно ли это? Нет, это не гуманно. Но сама наркоиндустрия, это что, бля? А, это мой компьютер, я так испугалась. Сама наркоиндустрия тоже не гуманна. Но тем не менее... Итак. Далеко ходить не надо, прямо в Википедии у нас по строчке написано, сколько наркотиков достаточно иметь или производить. А, нет, вот тут за производство тебе сразу, как бы, это неважное количество, за производство ты сразу можешь умереть, вот. А за хранение или употребление тут указаны, ну, не маленькие количества, но все равно, наверное, как бы финансовая элита балуется, потому что, смотрите, если здесь 30 грамм кокаина, это достаточно много, то в любом случае можно все еще ехать в Сингапур, устраивать кокаиновые вечеринки, если на них, например, не 30 грамм кокаина, а 25. Поэтому я только что разрубила это по фактам. Но на самом деле просто
Нужно еще разобраться вообще с применением смертной казни в Сингапуре, насколько это гуманно и так далее. Это интересная тема, вот, потому что ее шьют не только за наркотики, за другие штуки тоже, например, как убийство. Отлично просто, что убийство приравнивается к наркотикам. Это немножко странно. Вот. И так, госизмена, похищение, оружие. Ну, это очень странно на самом деле. Вот так вот. Привет! Уже 9:30 вечера понедельника. Сегодня ничего не произошло. Я сходила в спортзал, побывала на рабочей встрече, отправила парочку имейлов, вот. Съела суши. Ну, мне реально просто сегодня ничего не произошло. Всем пока, увидимся завтра. Сегодня среда. Как вы могли догадаться, во вторник ничего не произошло. Сейчас я иду на ужин в суши-ресторан и пытаюсь поснимать центр города. До встречи! Well, I sit in here, sentimental footsteps, then a voice say, hi, so, so what you got this time? Come on, let's get high, come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh, well, I'm bored, I'm bored, come on, let's get high. Привет! Сегодня пятница, а это означает, что в четверг особенно ничего интересного не произошло, и в пятницу тоже ничего особо интересного не произошло. И этот апдейт, он посвящен тому, что нас снова закрывают на локдаун, то есть на карантин, на добровольную эту самоизоляцию. Завтра мы идем на бранч в ресторан Beef и лобстер. Я не ем ни beef, говядину, ни лобстеров. То есть я вообще не знаю, что я туда иду. И денег у меня особо нет до зарплаты. Ну, посмотрим завтра, что у нас ждет в ресторане Beef и лобстер. И, конечно же, сегодня не будет никакой говядины и никаких лобстеров, потому что все рестики закрыты, и можно только взять с собой на вынос. Вот. И, может быть, я возьму сейчас с собой просто кофе на вынос. Обломалась. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead, and buried in Killarney. All say rose again, all say rose again, all say rose again, and join the British Army. Oh, feed the pigs and milk the cow and milk the cow, milk the cow. Feed the pigs and milk the cow and early in the morning. Cock your leg, oh, paddy dear, I'm over here. Cock your leg, oh, paddy dear, it's time to stop your yarn. Совершенно неожиданно. Все-таки удалось провести совет директоров, еженедельное совещание с моими подружками. И на сегодняшней сессии мы обсуждали, что мир катится в пропасть из-за глобального потепления, технологического прогресса и возрастания пропасти между богатыми и бедными. И все завязано на деньгах. Чем больше у тебя денег, тем больше шансов, что на тебя не повлияет глобальное потепление. Ты всегда найдешь себе на планете холодное какое-то местечко, и ты сможешь воспользоваться всеми плюшками технологического прогресса. Но любовь спасет мир, потому что как раз-таки она на деньгах не завязана. Потому что я считаю, что любовь за деньги тоже можно купить. Ну, по крайней мере, мою любовь, если кто-то заинтересован.